В правительстве отказались от идеи облагать налогами депозиты казахстанцев. Об этом в кулуарах Сената заявил министр национальной экономики. Алибек Куантыров отметил, что ранее рассматривался вопрос внедрения прогрессивного индивидуального подоходного налога для депозитов и инвестиций в ценные бумаги. Однако сейчас этот вопрос не обсуждается. Глава ведомства также сообщил, что жителям страны, чей годовой доход превышает 40 миллионов тенге, предлагается платить повышенный индивидуальный подоходный налог. У нас один из подходов налогового кодекса – это справедливость, да? Об этом уже давно говорится, внедрение прогрессивного ИПН. У нас раньше было 4 категории – 5, 10, 15, 20 процентов. Сейчас мы просто предлагаем 15 дополнительно ввести, потому что мы это обсудили с инвесторами, это не так много. 12 тысяч налогоплательщиков физических, которые получают зарплату свыше 40 миллионов тенге в год. Если они будут зарабатывать 50 миллионов в год, разницу 10 миллионов тенге они за нее заплатят 15%. Все. Вообще очень мягко. Были сомнения, что опять будут в тень уходить, но такого не будет, потому что 12 тысяч вот этих человек, они работают в высокодоходных отраслях экономики. Министр нацэкономики также сообщил, что объекты дорогостоящего имущества, купленные в кредит, будут облагать налогом на роскошь. По словам Альбека Куантырова, в число таких налогоплательщиков попадут только те, у кого есть дорогие автомобили, летательные аппараты, находящиеся в частной собственности, и элитная недвижимость. Он подчеркнул, что налог не коснется отдельных видов цифровой техники, таких как смартфоны или ноутбуки.